Власти страны сообщили, что армия приведена в боевую готовность для возможного нанесения ядерного ракетного удара по Соединенным Штатам Америки. В моем сердце пылает стремление к возмездию. Подобные провокации больше недопустимы. Я готов отправиться на эту великую войну справедливости, чтобы превратить США в пепелище. Они оскорбили наше высшее руководство. Они хотят разрушить статую наших великих лидеров и нанести психологический удар по народу КНДР.